Добрый день! Сейчас будет очень интересная информация специально для вас. Мы сегодня осмотрим приложение, чем отличается XApp от UDS Game, и посмотрим разные варианты приложений, будет много интересного. С нами сегодня Сергей, спасибо большое ему за помощь. Сергей? Добрый день! Да, действительно, мы сейчас находимся на главном сайте XApp. Ну и, собственно, что, погнали? Да, пойдемте. Вот. Мы сейчас находимся на главном сайте XApp. Здесь вы можете всегда найти там нужную вам информацию там, о продукте, о компании. Ну, это такой промо-сайт, очень удобный, с входом в админку. Что, сейчас на другой сайт? Да, пойдемте сразу в гости. Все, идем в гости на сайт UDS Game. Ну, понятно. То есть тут сразу они предлагают скачать их мобильное приложение. Что мы уже сделали? Да, мы это сделали заранее, то есть мы вам его сегодня покажем. Итак, ну что тогда, на Google Play? Нет, давайте по сайту сначала пройдемся. Справа, да, по сайту? Да, покажем приложение, чтобы вы понимали, как мы будем двигаться. И потом уже зайдем на Google Play, посмотрим разные интересные моменты. Но вот если говорить про UDS Game, здесь на самом деле все очень просто, потому что это каталог. То есть если вы покупаете место в этом приложении, то рядом с вами, сейчас мы это в приложении самом посмотрим, рядом с вами находятся ваши конкуренты тоже. Наверное, давай откроем приложение сразу, наверное. Да, то есть сразу откроем все фишки. Вот с первой страницы мы сразу видим новости. Да. Так, причем новостная лента, ну, знаете, мне напоминает новостную ленту ВКонтакте, когда постят разные группы разные свои дела. Ну, или Инстаграм. Во, Инстаграм. Да. Только здесь есть активные ссылки. Итак. Допустим, места. Давай зайдем в места. Места. Честно, я бы не подумал, что места — это как раз каталог организации. Вот. Допустим, что мы тут видим? Медицина или авто, автомойки, автоаксессуары. Ну, они, видимо, по алфавиту. Бары. Ну, давайте бары. Он бар один. Один. Улица. Ну, это адрес. Просто адрес в Красноярске, понимаешь? Мы вводили это адрес в Красноярске. А, да? Мы в Красноярске? Да, то есть он вот здесь вот один на улице какой-то Лесоповальной. Может быть, там есть куча баров в других городах? Нет? Ну, не, ты не увидишь. Он же смотрит в том городе, в котором ты находишься. Ну, ладно. Хорошо. Что у нас есть в Красноярске? У нас 6 автомагазинов, 1 бар. Нет, даже не вот. Давай откроем автомагазины. Давай. Итак. Логично, что мы пойдем туда, где больше скидка. Скидка 15%, 5%. Ну, остальных как-то слабенько. 5. Ну, зачем мне Kia? Я пойду лучше там. Или автодруг. Я пойду вот сюда. Ну, то есть, это, знаете, как рекламная такая газета, в которой много-много-много разных объявлений. И вы внутри этого приложения, как одна из страниц. И ваш клиент, он сегодня может пойти в один автосалон, завтра в другой автосалон, послезавтра в третий. Потому что там сегодня больше скидка. И с одной стороны, да, у вас есть приток внешних клиентов, если это приложение раскрученное, но с другой стороны мы сталкиваемся с тем, что ваши клиенты могут уйти к вашим конкурентам. А мы не хотим этого. Это скидочные, да? Волшебная штука? А зачем? Ну, это, наверное, скидочный какой-нибудь купон. Они в отзывах, я так понимаю, то есть те, у кого есть это приложение, оставляют свои купоны ниже, как я так, что там у них, они там как бы несколько уровней, то есть там скидка, там, что-то есть, то есть, не знаю, я, честно, Ну, то есть хорошая мотивация для того, чтобы это приложение рекомендовать. Да, есть хорошая мотивация, чтобы его рекомендовать, но, вы знаете, вот если открыть страницу описания, то мне это напомнило дубль ГИС. Угу. Вкладка про компанию в дубль ГИС. Если убрать вариант бонусов, да,
то вот один-один дубль Сейчас гис. бонусы, кто со скольки, с какого уровня, сколько получает, да? Да, первый уровень, второй уровень, третий уровень. Я говорю, вот поэтому, видимо, здесь и QR-коды, чтобы люди вставали в структуры, то есть тех людей, кто это постит. Но так-то мотивация очень хорошая, чтобы это продвигать. Но если мы Да. с вами пойдем в Google Play, в браузере, наверное, Да, Google Play. и здесь наберем game, UDS Game. да. UD. Вот он. Так, ну, есть разные приложения. Тут, я так понимаю, для партнеров. И Мы вот, ну, то, откроем, что мы ставили. да. И вот опустимся ниже и посмотрим, сколько раз-то приложение скачали, то мы увидим вот, да? Вот, количество установок от 100 тысяч до 500 тысяч. Соответственно, Android это примерно 70% рынка, в принципе, мобильных приложений, поэтому на iOS не может быть больше, даже теоретически, поэтому ну, то есть от силы это приложение скачали где-то 500 тысяч раз. Но в то же время, если мы откроем аналогичное приложение EDADIL, оно называется, и заметим, тут EDS Game работает несколько лет, а приложение EDADIL работает с марта 2016 года, то есть фактически где-то примерно 8 месяцев. И это приложение, которое очень мощно развивается, и за эти 8 месяцев его скачали вот на данный момент установок от 5 до 10 миллионов установок только на одной из платформ. Приложение аналогичное. Есть тоже очень хорошая система поощрения, именно давать рекомендации дальше. В этом приложении, вот если Сергей, наверное, сейчас расскажет вот про скриншоты, да, то, что мы видели. Да, вот тут меня просто порадовала требуемая версия Android 2.3.3. То Так. есть, ну это прям такие телефоны, которые сейчас очень редко найти. Но оно даже на таких телефонах работает. В общем, смысл здесь какой? Вот мы берем скриншоты, да? И что мы видим? Мы видим супермаркет, детские магазины. То есть это каталоги. То есть по большому счету, вы знаете, вот толстые такие журналы, которые раздают или лежат где-нибудь в больших магазинах, куда вы можете прийти и полистать. То есть, ну или там в салонах красоты вы знаете журналы, да, с каталогами, именно каталоги. То есть здесь каталоги организаций, в которых есть, то есть есть каталог организаций, выбираешь организацию, в ней каталог товаров. То есть вот это такого формата вариант. Ну, по большому счету, Дикси, лента, да, большие. Dixie, Перекресток, Перекресток. лента в Красноярске тоже есть. Огромный магазин. Ну, она почти везде сейчас есть. Магнит Косметик, А, Седьмой Сергей, Континент, а мы можем перейти в приложение Магнита Мэпро. самого? Вот я не знаю, как вы, но я только сегодня узнала, что у самого Магнита есть приложение. Они его никак не промотируют. То есть фактически, ну, я не видела Вот. рекламы Магнита. Да и То есть, Пятерочка есть приложение. да, но если мы посмотрим, сколько его скачало человек, То больше 500 тысяч. от 500 до миллиона. Понимаете, засада какая? То есть каталог, который мы рассматривали, UDS Game, его скачало очень маленькое количество людей. Поэтому неудивительно, что предприниматели, ну, могут получить, а могут не получить желаемого результата прибыли. Если мы говорим про компанию XAP, конструктор, на котором вы можете сделать приложение для вашего бизнеса, ну, а у Ленты сколько скачиваний? У ленты тоже есть каталог от 500 до 1000, до миллиона. То есть они не промотируют Во свои дела. приложения, но тем не менее у них скачивание. Но мы видим систему, в которой специальная система поощрения, трехуровневая, где у вас есть хороший кэшбэк, и тем не менее, ну, то есть до 500 тысяч, хотя несколько лет компания работает. То есть с точки зрения предпринимателя важно выстроить сейчас грамотно коммуникацию с клиентом так, чтобы вам приходила прибыль. То есть если это приложение именно вашего бизнеса, то есть какое мы можем сделать на платформе XAP, то это коммуникация именно вас и вашего клиента, никаких конкурентов внутри этого приложения. И это Да, быстро и да, удобно. да. Полностью с Сергей? тобой согласен. То есть, ну, единственный вариант, где можно увидеть каталог в XAP, это если какой-нибудь предприниматель сделал себе каталог и решил зарабатывать на том, что он туда добавлять будет организации.
сам по себе продукт XApp предлагает вам сделать свое личное мобильное приложение. Так, я здесь, наверное, могу показать ряд приложений, да? Угу. Вот это приложение, созданное на базе XApp. То есть здесь мы видим приложение города Красноярска, офиса партнеров, приложение... Вутанг, американская очень известная хип-хоп группа. Да, приложение Серафима Вик, вот приложение той очаровательной девушки, которая сейчас разговаривает с нами из Нью-Йорка, да, приложение Репетитор. Это приложение человека, который живет в городе Красноярске, то есть это учителя приложения, и оно, ну, это и личное приложение, по ней к нему записываются на, как сказать, на репетицию. На урок, да. Best Shop, тоже один магазин. Приложение частного дизайнера Елены Циомик, салон красоты, приложение визитка Светланы Сизых. То есть нет ни одного приложения, где бы мы видели там, ну, такой калейдоскоп организации там или что-нибудь такое. Да, и никакой рекламы, ни XApp, ни сторонних организаций внутри этого приложения тоже нет. Да, то есть вот, например, открыли приложение TMS Турфирма. Вот мы видим каталог товаров у них, да? Uh-huh. Туры, туры для детей. То есть можно полистать, посмотреть. То есть это, видимо, туры, которых сейчас нету. Поэтому нулевые стоят ценники. Ближайшие туры. Ну и вот. Собственно, вот. Ну и есть также большое боковое меню, в котором тоже это все есть. Ну, вот. Очень удобно. И красочно. Да, ярко. И это на телефоне, постоянно мелькает ваш логотип, вы постоянно перед глазами вашего клиента, вы можете отправлять ему пуш-уведомления. Не все фирмы могут отправлять пуш-уведомления, а только вы, то есть никакого спама. Все очень комфортно, в комфортном диалоге именно с вашим клиентом. И кстати, это очень удобно. А еще такой момент, а в UDS Game люди, которые находятся у них в каталоге, могут отправлять пуш-уведомления своим клиентам? Mm. Можно это вопрос для комментариев. Если, то есть, вы знаете? Вы знаете, если вы посмотрели этот ролик и вы прям владеете этой информацией, но только если правда владеете, то обязательно напишите в комментариях, потому что, ну, лично нам очень интересно стало. Все могут отправлять сообщения, это же с ума сойти. Ну, если может вы знаете, быть, пишите комментарии, да. Потому что это то на самом деле. Какая ситуация там, да, было бы здорово узнать. Все, ну, смотрите, все ссылки на приложение, которое мы сегодня показали, будут обязательно в описании под этим роликом. Ссылка на то, как создать приложение и обучающие разные материалы на XApp, где Сергей записывает именно такие маленькие обучающие уроки, очень простые, будут тоже в описании. Все контакты Сергея, мои, будут также внизу. Ну, а на этом сегодня все. Лайки, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх под роликом, чтобы рейтинг и этого видео повышался. Обязательно жмите на колокольчик. Да, обязательно. Потому что у нас видео появляются регулярно. И вам будет очень интересно узнать что-нибудь, о чем вы, конечно, напишите в комментариях и хотели бы узнать. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал еще раз. Ставьте колокольчик. И как бы до новых встреч. До связи. Пока-пока. Все, записали. Иха.